В реанимации центральной больницы Жуалынского района скончался еще один гражданин Узбекистана, пострадавший в ДТП в Жамбылской области. Таким образом, число жертв аварии достигло 3 человек. Тела двоих уже доставили на родину. Состояние еще 2 пострадавших медики оценивают как тяжелое. Один из них с санавиацией доставлен в Тарасскую городскую многопрофильную больницу. Что касается других пострадавших в аварии, более 20 человек уже вернулись домой. Для их транспортировки организовали специальную автоколонну из 8 карет скорой помощи и автобуса. Напомню, авария с участием рейсового автобуса на трассе Алматы-Шымкент произошла днем 12 мая. В салоне находился 51 человек, 46 из них из Узбекистана.